Кофе может быть не только горячим напитком, но и холодным десертом. Это давно нам доказали итальянцы. А весь мир поддержал эту тенденцию. Например, знаменитая сеть кофеен Starbucks придумали свой вид. Из пошаговой инструкции вы узнаете о том, как приготовить фраппучино. Это сочетание известного капучино и французского фраппе. Второй термин означает молочный коктейль с мороженым. Что-то подобное в итоге и получается, смешение кофе с холодным молоком. А также будут нотки шоколадного вкуса. Заварите горячий кофе, а потом перемешайте его с сахаром. Затем влейте молоко и сироп. Смесь перемешайте. Поставьте смесь в холодильник до полного остывания. В блендер или кухонный комбайн влейте охлажденную смесь и всыпьте лед. Взбейте напиток, а в конце украсьте его сливками и сиропом. Приятной дегустации!